прошлом году ходили упорные слухи о том, что Любовь Успенская оказалась на грани развода. Сообщалось, что супруг певицы, Александр, уехал в США и решил поставить точку в браке со звездой. Артистка не была согласна на расставание с любимым, но и в Америку снова уезжать не хотела. Успенская рассказала о том, что муж занимался в Штатах бизнесом. Какое-то время в их отношениях были серьезные проблемы. Муж требовал от исполнительницы развод. Однако теперь все осталось в прошлом. Пара смогла преодолеть все разногласия. Александр вернулся в Россию, и развод был отменен. У него в Штатах были разные виды бизнеса. Он хотел на них полностью сосредоточиться и в какой-то момент предложил даже развестись. Но вы же знаете мой характер, он не смог убедить, а у меня получилось. Полгода жил в США, сейчас вернулся, и у нас все хорошо. Но своего дела у него там больше нет, цитирует Любовь Стархит. Сейчас внимание Любови и ее мужа сосредоточено на реабилитации их общей дочки Татьяны. Осенью прошлого года она попала в аварию, в результате которой получила серьезные травмы. Ей сделали несколько операций, но она до сих пор не восстановилась до конца. На ее лечение было потрачено уже больше 10 миллионов рублей. Успенская говорит о том, что ей не жалко никаких денег на свою единственную дочку. Кстати, она также делает очень щедрые подарки своему мужу.